праздник города, и сейчас стоим на пешеходном мосту. Дальше просто не пройти, пробка из людей. Мы туда, наверное, дальше и не пойдем. Там что-то происходит интересное, но мы не видим. Народу просто море. А он неплохая мысль, покататься просто на кораблике. Мост качается, даже немножечко страшновато. Пойдем-ка мы вниз. Здесь все в дыму. Шашлыками там сейчас. Это, наверное, шашлычный район. Предлагают покататься по реке. Полчаса посмотреть достопримечательности. 15 лари стоит. 10, дети до 10 лет бесплатно. Здесь, чтобы вы понимали, все заставлено столами. Люди празднуют, отдыхают. Прям такой огромный ресторан набережная. Смотрите, как создаются шашлычные облака. Такая вот интересная стена, или что это такое, я пока не знаю, но вот так вот в арках вот все так красиво сделано, очень красиво сделана карусель, красивая тоже. Все-таки мы добрались до сюда, вот позади меня те фонтаны, которые мы видели издалека. Есть, конечно же, суета, множество народа. Город Тбилиси, это действительно большой город оказался. Мне он местами даже напоминает Санкт-Петербург. Много желающих оказывается, да? Тим, ну ты... Он хочет быть день рождения на высоте. Что? На высоте хочет быть день рождения. День рождения, быть на высоте, да. Это же прекрасно. Хорошо сидим. Что можно было? Что? Что произошло? Я не буду ничего говорить. Что такое? Что? Что опять? Все, едем, все нормально. Небольшая заминка. Ой, мы помчались. Нифига себе, мы помчались. Ребят, не знаю, будет ли что видно. Все-таки днем надо кататься. Но меня же никто не слушает. Вернулись. А там наверху было очень даже классненько. Что меня поразило, что мусора не так много. Люди изначально много мусора не разбрасывают. К тому же его сразу увозят. Заметила, что мусора немного. Заметила, что никто не ходит с бутылками в руках. Да, они сядут, попьют и пошли веселиться. Ребята, это как-то прямо культурное мероприятие получается. Нет у них ходящих людей с пивными бутылками. Нет.
ни с пивными, ни с более крепкими. Ну, может, есть, но минимальное количество. Ну, посмотри, где. Я не вижу ни одного. Все, ребята.